Сказание о том, как про город людей великому русскому учил. Про городском царстве в 412 государстве. Правила премудрая царица Анна Викторовна. Приступив к правлению, столкнулась она со страшной безграмотностью. И на совете старейшин про города решено было людей грамотности обучать. Уроки русского языка преподавать. Так, с момента издания приказа проведено было уже 3 урока. На первом уроке внимали ветчане и изучали правописание 1 и 2 Н в разных частях речи. На втором уроке ветчане изучали правописание не с различными частями речи. А на третьем уроке внимали о правописании гласных. Слуги царские уже успели цифры посчитать. Всего обучили грамоте 237 ветчан. Распространяли призыв к грамоте через газету, портал и социальные сети. Привлекли за короткий срок 2 раза больше молодежи. Раздали 250 листовок о грамоте. Провели 3 викторины и подарили самым всезнающим книги. Царица была довольна результатом, но достигнутом не намерена останавливаться и привлекать будет к урокам почитаемых людей града.